Вот сколько дров привезли. Дрова-то какие. Выбросить на дорогу никто не возьмет. А мы рады этому. Потому что бедный человек, он на все согласен. Вот там Николай Георгиевич Кузьмин. И вот сколько здесь было пшеницы привезли. Давайте дальше. Метелка, все, выметайте мусор сюда. Любовь Николаевна что-то там узнает. Приехала Надежда Дмуха Савинцева. Может, во что-то здесь не распыляться, да ничего. Рукой помахала. Костя уехала. Выгрести все мусор, а потом вывезет отсюда. Может, сразу в ванну?